Привет, Олен. Бывший пограничник, известный психолог, пишущий человек. Покажи свою книжку, кто не видел. Так. Это когда мы работаем с детьми, методическое пособие, я управляю собой. Правильно. Почему я тебя попросил, чтобы мы для образования содействие совершили, чтобы поднять наше образование? Тебя и Шейлу нашу, она тоже психолог, все ее знают, как говорится, кто не знает, еще узнает, потому что это интернет. Ну, в общем, Шейла с детства тоже, как говорится, метод знает, сама лично применяла, и мало того, она потом детей в детском саду там обучала, от унурезов она их избавляла. Ну, почему я так говорю? Потом она подростков обучала, потом взрослых людей обучала. И в большинстве случаев людей, до которых трудно достучаться. Потому что люди, вот, например, мы с тобой работали в Каспийске, в Кизляре, в Беслане, потом обучали психологов МЧС. Почему? Потому что человек после теракта психолога не слышит. А вот теперь представим себе образование, когда ребенок, например, даже хочет учиться, а внимание у него плавает и никак не может сосредоточиться. Как же он может без нашей синхрогимнастики? Синхрогимнастика для 10-11 классов – это не обычная физкультура. Это подбор действий, синхронный к текущему состоянию в моменте, а сам подбор действий путем перебора – это дополнительное правило к правилу обучения мать учения, дополнительное правило, без которого образование вообще быть не может, потому что оно создает шаблоны. Вот сейчас народ весь во всем мире вышел в ситуацию неопределенности, а шаблонное мышление, которое во всех вузах, во всех школах, во всем мире, во всех академиях. Слушай, я член трех академий международных. Первая у меня была педагогическая академия. Я получал медали в Баден-Бадене на международной конференции по В проблемам, 89-м году. да, по Еще. проблемам обучения информатики и кибернетики. Да. Ласкер там был президентом. Ну, со всего мира там собирались люди, и когда я им показал метод ключ, вся конференция потом несколько дней подряд занималась этим ключом. Даже в Каракалах там такие вот бассейны, голые уже стояли и показывали эти упражнения. Уже смеялись, да. Потому что эти приемы, вот, это у нас из азбуки саморегуляции для детей, их родителей, педагогов. Это 96-го года книжка «Защита от стресса». Как сохранить и реализовать себя в современных условиях. Так именно эти современные условия, где я готовил Марс 500, например, где мы с тобой обучали военный персонал к подъему атомохода Курск. Да. Ну, короче говоря, там, где люди находятся в таком состоянии, где им трудно слушать что-то, трудно что-то воспринимать. А мы как раз-таки поможем образованию, только мы и поможем, потому что мы скажем, что принцип обучения, повторение мать учения формирует только шаблонное мышление, стереотипное мышление, подверженность управлению и авторитетам. Как только люди попали сегодня в точку неопределенности, все растерялись. Да. А мы сейчас поможем. И Шейлу давай, Шейлу тоже приглашай. Как раз наша семья поможет, потому что всегда в критических ситуациях наша семья всем помогала. Об этом даже в газетах писали, что это династия спасателей. Что хочешь сказать по этому поводу? Повод очень серьезный, однако. Так Однако. вот, однако, у нас у всех индивидуально, у Шейла, у меня, у вас, и вместе у всех очень большой опыт в плане работы с детьми, в образовании. Это же многолетние, десятилетние опыты, сотни тысяч человек именно в тех ситуациях, когда, в тех состояниях, когда человек находится, ребенок находится, когда вот он в стрессе, в шоке после каких-то вот происшествий, да, или просто как вот его кто-то поругал, ему уже не до учебы, Раньше, уже тоже. слушай, давай проще. Раньше было на уроках, наши пальчики устали.
Да. А Правильно, теперь у это нас не будет элемент симбогимнастика по координации. ключу. Да, По ключу. конечно. Для сброса Симбогимнастика – это напряжения. подбор действий, синхронных к текущему состоянию в моменте. А сам процесс подбора развивает креативное творческое мышление. Вот, человек будущего. Сколько я на международных конференциях лекций сделал, докладов сделал. Почему мы дружили с Базарным? У тебя есть эти старые фотографии в архиве? Конечно. Базарнов, Мы который конференции говорил, профессор, участвовали. офтальмолог, что Доклады поза сделали. ребенка, она создает сутулость, она создает разрушение нервной системы. Сколько лет он потратил на то, чтобы придумать свою полку или стойку, чтобы писать, как Пушкин, если устал сидя писать. Сколько лет там Базарнов. Ну, да. Потом мы же и дружили. Кто у нас был друг у меня? Вот это самое, который в Кизляре устроил 45-минутных уроков, 20-минутные уроки Миша, да, устроил. Ну, сейчас очень много друзей, которые вот правильные новаторы в России искали свои подходы. Я помню, даже был седьмой этаж на телевидении в Останкино. Я там им помогал, когда они выступали со своими докладами. Но народ у нас странный вообще-то. У нас даже они не знают, о чем речь идет. Но если кого-то там протестают из учителей там, или новаторов, они тут же бросаются его за него заступаться, защищать, еще не знают, о чем речь. Ну да, ну молодцы они. Но дело в том, Молодцы, у что нас есть, у я людей к тому, что особенно, опыт накопился, именно ключевой опыт. да. Его надо внедрять, чтобы наше поколение, наши дети росли более свободные, более целеустремленные. И И поэтому более да. здоровые, конечно, а иначе как может? Образование служит человеку для здоровья и счастья. Вот для чего нужно образование. Конечно, в конце Потом его концов. начали плющить по иностранным образцам, там ЕГЭ, МГЭ и так далее, когда механически внедряют элементы чужой культуры без учета особенностей людей, получается такая деформация. Ну, неважно. Теперь зато у нас все отработано. Да, отработано. И мы попадаем в поток импортозамещения. У нас вся страна сейчас в потоке импортозамещения, и вот ключ психофизиологии тоже российский, российское изобретение, российский метод тоже нужно распространять его активно. Конечно, и поэтому Отбрасывать все зарубежное, я особенно которое создавалось где-то далеко давно, и неправда все это было, там и да. ментальность, и воспитание, и культура, все другое. Оно нам не подходит. Поэтому мы одновременно писатели. У меня 25 книг. Поэтому мы одновременно тренеры чемпионов, тренеры чемпионов Олимпийских игр. Одновременно обучаем инвалидов, одновременно обучаем детей аутистов, одновременно обучаем художников, сами художники, мультиэффектные люди. К чему я и всех призываю, и наши встречи помогает людям открывать свои творческие способности и качества, о которых они даже, может быть, не подозревали. У нас есть такие технологии. Вот что нужно нашему образованию. Я вот последний раз был, когда делал доклады в министерстве, там как раз-таки Миронов, по-моему, это «Справедливая Россия» организовывали эту конференцию. Я там делал доклад, я говорю, слушайте, когда мы кого-то обучаем, мы же должны понимать, что мы хотим иметь в результате, каким мы себе представляем человека будущего. Да, и стал им рассказывать, каким мы себе представляем, что он должен со скоростью инстинктивных реакций вырабатывать творческие решения, генерировать творческие решения в соответствии с текущей ситуацией в моменте. Да, вот мы-то как раз этим и занимаемся. Поэтому у нас называется «Человек будущего», «Homo Futurus» или «Человечность». Олень, я тебе очень благодарен, что ты оторвался и вышел со мной на связь, потому что завтра у нас вебинар с Романом Газенко, психолингвистом, выдающимся, который вместе с нами в одной группе, и вся наша школа «Человек будущего» «Homo Futurus», все вместе с нами. И мы поможем образованию. Вот оно в чем дело. До встречи. Да, Хасай Магомедович, хочу я вам сказать, Ну. правильно, улыбнитесь и расслабьте плечи.
Хочу Может сказать быть, им всем, сразу не разводиться, улыбайтесь, надо несколько наслаждайтесь, раз дети, делать вот друзья. так. Вот, Потом они да. расходятся. Да, и До все будет встречи. хорошо. Всем привет.